Всем привет! А я напоминаю то, что 25 февраля будет стрим по Elden Ring. Время напишу в сообществе. Буду рад вас всех видеть и приятного вам просмотра. И самое главное, запомни, Алиса. Если мужик подает признаки своего мнения, сразу начинай рыдать. Так ты даешь понять, что не закроешь свою форточку, пока он не будет извиняться на коленях. Алиса, слушай внимательно, иначе ты не сможешь контролировать даже Ваньку из Саратова. Понимаете, учитель, мне это не нужно. Я уже давно все придумала. О, придумала? Ну давай, поведай о своих планах. Значит, схема такая. Найду себе в Тиндере американца, присяду ему на уши, он заберет меня к себе в Лос-Анджелес, проживем пару лет, чтобы гражданство получило, потом разведусь с ним, крича на улице, что он меня угнетает, его посадят, я заберу все его имущество, разделю между подружками, куплю себе двух испанцев в сексуальное рабство, поставлю бассейн и, сука, тостер. Блять, хочу тостер. Так, все, пошла, короче, я искать американца, хотя откуда взяться американцам в Саратове? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мадафака, щит. Алиса, смотри, американец, Алиса. Да, блять, какой американец? Это Ванька опять рэп сочиняет. Оу, щит, мадафака, пришло время кушать бургеры, Америка. Блять, слышишь, это походу точно американец. Потому что у него часы работают. А ну, стой, подожди, стой. Ох, фак, щит, нет, только не Наташка. Отстань, плиз. До свидания, Наташка. Какой до свидания? Привет, блять. Слушай, это походу и есть вход в Америку. Ну, что делать, кошак? Полезли. Мне мой преподаватель рассказывал, что путь в жизнь можно пробить только через дырку. Я тогда не поняла, о чем она. А сейчас понимаю. Блядь! О, так вот он какой. Лос-Анджелес. Ай! Ой, простите. Ой, давай еще раз. Это мне еще повезло, что ты девочка. Мальчики приходят, они далеко не ключ вставляют. В смысле, а что они вставляют? Посмотри. Ох, ёб твою мать, как ты дышишь, блядь. А, убери пахшу, сзади тоже дырка есть. Че тебе надо в итоге? Да в Америку зайти. Ой, ну сразу бы и сказала, а то в рот смотрит, хуй трогает. Вот она, Америка, блядь. Че-то крахот лукумом воняет. Ой, блядь, господи. Чуть не усралась, блядь. Вы чё тут стоите? Юсуф и Зайнеп. Вы чё, турки? На. Ой, блядь. Наташка ехать убирать в мой дача. И пасти мой баран. Бля, не, спасибо, я американца ищу. I am American, G есть? Блядь, отъебитесь, не поеду я в ваш блядский аул. Стой, девушка, как тебя зовут? Анатолий, отстаньте, пожалуйста. Нет, мы будем пиздиться за Анатолий. Да, надеюсь, вы убьете друг друга. Все, до свидания, я пошла. Парень есть? Есть, за ним и иду, отстаньте. Есть парень? Наташка не знает, что у нас есть американское гражданство. Бедная Наташка. Бедная. Зайчики? Что-то говорили про гражданство? Все, пока, Наташа. Нам еще ковры продавать идти. Да заебали, все, давайте, на все согласна. Записывай. Итак, тебе надо будет готовить, кушать, пасти баран, смотреть за моей мамой, любить мои 7 жён. Да ну вас нахуй, ёбнутый. Кушать чербет, халва, продавать картошка на базар, целовать ковер. Это чё за гомохаус, блядь? Есть кто дома? Нахуй иди, блядь. Ой, американец, я тебя так долго искала. Отъебись. Эй, американец, открывай дверь. Блять, нахуй, твою мать. Ты же баба, у тебя вагина есть, так что съебись нахуй с моего дома, блять. В смысле, блять, откуда ты знаешь, может у меня хер там? Тогда заходи в дом, быстро заходи в дом. Да захожу, ёбнутый. Ой, как же я люблю жрать всякую хуйню разноцветную, обожаю, блять. Главное, печенье не жри, это Виагра. Да ну нахуй, ёб твою мать. Слушай, я знаю то, что девочки растут быстро. Вспомни школу после каникул, там вообще Годзиллы приходят вместо девочек. Да, конечно, да, блядь, да. Вот такие вот, блядь. Бля, что это? Здравствуйте. Выгоняй её нахуй, скажи, уйди. Так, чё-то я уже и кушать захотела, по-моему. Опа. Куда? А сюда. Убери нахуй, моё. Блядь, уйди. Да заткнись, дай морковку, ёбаный твой. Нихуя тебе не дам, в этом доме ты в рот возьмешь только хуй. Бля! Ой, блять, это всюду выгнали, может там Америка?
Америки нет. Наша страна зовется феминизм. Смерть мужикам, спермабаки. Женщины — это цветы жизни. Мужики — это говно жизни. Мужики все спермабаки. Мужики нас ущемляли всю жизнь. Пора вернуть свои права. В смысле вернуть? А что, забирал кто-то, что ли? Хм, забирали. Смотрите, как она вырядилась. Она что, для мужиков, что ли, я не понимаю? Мужиков не будет, не об дерево тереться надо. Все, мы изгоняем тебя из нашего клана. Она еще и бреется, представляешь? Дойдите вы нахуй. Ой. Смерть мужикам, дуры, блядь, права у них. Зато как война начнется, все обратно женщинами станете. Спасибо большое тебе за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, и еще раз 25 числа, именно февраля, будет стрим по Elden Ring.